Сегодня на вечерней зорьке решил выйти половить окуней. И здесь неплохое место. Они вечером часов 7 начинают здесь активно клевать. Собираются в котел и гоняют небольшую рыбку. Есть у меня воблерок, который неплохо ловит окуня. Сейчас попробую на него половить. А вон он гоняет малька, видно. Травка. Травка. Оба, есть. Небольшой. Тихо. Опуха. Открой рот. Воблерок называется Дайва Скутер F. Ух, вот это удар был. Блин, и сошел. Влупил, как судачара. Догнал кто-то. Но уже не так, конечно, как тот. Ах, уже комары заедают. Поспиннинговать хочется, пока Юра у меня в лагере, я хоть могу, о, есть, выплывать, куда-то порыбачить. Уже больше месяца я нахожусь там в лагере. Довольно редко удается вырваться где-то на хищника. Ну так, практически на каждом забросе по клевке. Есть. Небольшой. Раньше у меня попадались покрупнее. Этот совсем маленький. Есть. Сошел. Догнал. Два, что ли, зацепилось. Один. Спокойно. Куда ни брось, в какую сторону, сразу по клевке. Догнал. Стой. Стой ты. Что-то его конь поменьше стал. Крупные уже не попадаются. Так, ну совсем они измельчали. Все, буду собираться, комары заедают. Окунь мелкий стал. Сейчас еще пару раз брошу.
Завтра постараюсь выйти на щуку. Если будет удачная рыбалка, сниму видео по щуке. Ух ты, неплохо, кто-то подсел, хороший. А, забарился. Думаю, что он так давит. Влупил. Влупил. Оба. Отвалился. Есть. Ну, в общем, с таким воблером на уху можно наловить минут за 10. Вот тут. Есть. О, эх, дуплет был, сразу два на один воблер. Один сорвался. Есть. Есть. Оба, есть поклевка. Оба. Получше. Блин, сошел. Оба, ничего себе. Кто-то сел. Хорош. А он подбарился. Но все равно неплохой такой кушок. Тихо, не балуйся. Сейчас отпущу. Раз.
на вас. Кабанчики такие поклевывают. Лупят с таким ударом, приятно половить. Опа, есть. Все, ребят, о, сошел хорошо. Собираюсь, потому что уже темнеет, комары грызут. Буду, а мне на ту сторону переезжать надо. Все, упаковываюсь. Вот какой монстр еще. Все, всем спасибо за просмотр. До завтра.